Не устаю вас, друзья, приветствовать и вновь, как говорится, на моем канале уже в 39-й раз вас приветствую, а вас все больше и больше смотрю, ничего себе, как же вас всех поприветствовать-то, господи. А я знаю, как раз-таки после этого видео вышло видеообращение по поводу тысячи весельчаков, так сказать, я уж так назвал, не просто тысячу подписчиков, тысяча подписчиков это слишком банально, друзья. Тысячи весельчаков, потому что у меня, как я, по крайней мере, надеюсь, и как некоторые люди, по крайней мере, считают, что у меня более-менее веселые такие летсплеи, да, и немножко нестандартные. Я надеюсь, это в какой-то степени оправдано. Так что вот обращение для тысячи весельчаков, именно весельчаков, не просто подписчиков, какие вопрос, а именно... Весельчаков, так что я надеюсь, вам понравится, ребята. Хотя, конечно, я там немножко в торопях сделал. Но надеюсь, мысль я донесу правильно и свою благодарность. Ну вот, друзья, а давайте теперь начнем, как говорится, праздник праздником, да, а летсплей, потому что вы и так уже долго ждали. Вот, друзья, даже персонажи по этому поводу несказанно рады. Смотрите на Нета, он просто рад уже. О, да, наконец-таки меня уже смотрит 1037 чуваков. Да, да, чувак, тебя уже смотрит столько народу. Вы уже практически с братом стали знаменитостью в какой-то степени. Вот так вот, друзья. Ну, давайте не будем отступать от традиции. Что у нас было в прошлой серии? В прошлой серии у нас был такой небольшой, я бы сказал, служебный роман, потому что по-другому его не назовешь. Да, мы замутили извините меня, шуры-муры вот с Билли Джин Спаркс. Да, это наш преподаватель, которая, кстати, сейчас преподает у нас. Так, вот она, кажется, здесь, да? Развернем камеру. А, кстати, нет, она ушла. А где она? Слушайте, ее нету. Ну, ладно, не суть важна, в общем-то. А, кстати, она ушла, кажется. Ну да ладно. Вот. Собственно, да, вот. Что, секунду, дайте я приручу свои мысли. Ох, они у меня просто разлетелись в разные стороны, а. Так, ну вот, в общем-то, небольшой такой служебный роман был. Собственно, мы немножко, так сказать, себе выбили место, так сказать, пару лишних кредитов заработали. Кредитов имею в виду на учебу. Вот такие вот дела. Собственно, нам нужно, я тут немножко разобрался, нам нужно уже приниматься, как говорится, за учебу. Девчонки девчонками, да, но уж простите меня, но придется немножко поскучать и заниматься уж чем нужно, а учебой, потому что если уж я не займусь учебой хоть чуть-чуть, то прощайте, девчонки, веселые покатушки, посиделки и прочие порочные связи, как вы любите, друзья мои. Запускаем игру. У-ху-ху, давай, друг, чё ты не бежишь, я не понял. Друг, беги давай, у-ху. Ну ладно, в общем, вы сами знаете, что он, чему он рад, да, то есть, все нормально, все в порядке. Давайте перенесемся к нашему Киму, да. Киму, давай немножко убавим музыки. Что наш Ким делает, друг мой? Ты у нас моешься, да, все, в принципе, ничего интересного. Так, во-первых, нужно ему что? У него, в принципе, бизнес-планировщик Герой Труда. Вот что ему нужно сделать. Ему нужно поработать над бизнес-планом. Однозначно, да, скучная серия будет, извините, друзья, но надо немножко уже приниматься уже за учебу, как бы уж это не звучало по-дурацки. Что наш Нет делает? Нет, ну ладно. О, смотрите, что он вытворяет. Ну, вообще, красавец. Красавец. Просто, как говорится, танцует, в чем мать родила. Я, конечно, понимаю, да, ты у нас такой... Ну да, ты у нас импозантный парень. Вот ты смотри, о, вытворяет. О, не стесняет. Ну вообще, ой, какой молодец, а. Ну няша просто, а. Я сам прямо хотел танцевать. Ну не голый, конечно, но... Ладно, друг мой, я понимаю, да, у тебя, так сказать, природный инстинкт, все дела. Давай, ну, все, возьми себя в руки, да. Все-таки не смущай некоторых людей. И сходи, наверное, в туалет сначала, да, для начала, да. Ой-ой-ой, и нам покушать бы что-нибудь нужно, обязательно, потому что мы совсем уже проголодались. Так, потрясти машину. Так, ну, во-первых, хлопни по машине, да, потому что... Потому что мы и спортсмен, и сразу же гопник хотел сказать. Нет, бунтарь. Бунтарь это звучит благородно, бунтарь. Я не согласен с системой, а гопник это гопник. Так что, друзья мои, не путать. Так что сразу, потому что наш Нет обижается очень. Вот. Естественно, мы нужду, как говорится, быстренько это все исправим, да, пописаем, где нужно, где, куда надо. И, может быть, на халяву что-нибудь перекусим маленько, да. И, смотрите...
Я постоянно путаюсь, что нам нужно, во-первых. Нам нужно писательство и фотографии. Не, ну, работать с мобильной радиостанцией. Нет, я лучше буду работать с мобильной радиостанцией. Абсолютно. Мне вот фотографии они никак вообще не прельщают. Уж извините меня, друзья, но нет, 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 нет. А вот писательство, да, неплохо, но я этим навыком, к сожалению, уже много забивался, так что. Ну, придется, уж сам выбрал такой профиль, что, господи, уж я вот такой вот нуб в Симсах, господи, ну, простите вы меня, что грешного. Так, чего у нас тут, какие у нас, скоро начнется. Ох, ничего себе! Вот это он долбанул, вот это долбанул. Ну ты бычара, простишь меня за такое грубое слово, ну ты бычара. Чё? Хлопнуть по машине, давай еще раз. Мы не сдаемся, мы жрать-то хочется. Ну, давай, друг, ну давай, ну ты ж сильный, чувак. Вот, что-то выпало, что-то выпало. Вот, молодцом. Не понял, я не понял. У тебя же там что-то есть, да, в багаже, по идее, да? Смотри. Вот, да. Выпить содовый, я думаю, туплю, что такое? Вот, сейчас напьемся содовый, опять обоссымся. Так, ну, я не знаю, нам что-нибудь хоть прибавит, это нет? А, да, в принципе, неплохо, у нас там что-то маленькое, это... Так, а что? Да что-то она чувствует себя плохо. О, ну вы ж ты что натворил? Ты что? Ты первый раз, что ли, содовый открыл? Ну ты вообще, ну негодник, а? Ужас. Так, и чё? И чего? И ты, значит, у нас... Ух ты, ничего себе, а? Напился, наевшись, напившись, да? Чё у нас тут, во-первых, да? Для начала нам нужно... Ну, во-первых, да. Во-первых, нам нужно... где наш... Наше радио? Вот. Мобильная радиостанция. Сообщать о событии на кампусе. Запустить рекламу, настроить радиотрелку, провести интервью. Провести интервью. Давайте проведем интервью вот у нашего кореша, да? Он, в принципе, должен где-то быть рядом, да? Я надеюсь, как бы. Вот. Ну вот, собственно, да. И вот что я хотел сделать, потому что нам нужно развивать, как говорится, навыки все эти, да. Повторяюсь. Собственно, проверим, что у нас тут это с учебой-то. Как у тебя, друг, с учебой? Я, конечно, понял. Не, ну у него-то все отлично, в принципе, да. Давай еще чем-нибудь. Я не понял. Вы что наделали, уроды? Кто, извините меня, лужу вот эту вот наделал, а? Блин, ребята, ну это капец, да. Я, конечно, хотел посетить серию учебы, но это просто капец. Ну зачем так засирать свою общагу? Туалет загадили, ничего не убирали, все уже в грязи, все в... Я, конечно, тоже грязнули еще тот, но, блин... Все вонючие ходят, ужас, у них что там, души что ли нет? Ладно, не суть в этом, так было бы неинтересно играть, в принципе. Газета, нам газета нафиг не нужна, в принципе. В принципе, ага, гном, это понятно. Давайте-ка читать «Принципы избегания расходов», да? Учиться по книге «Принципы избегания», да. Вот, потому что нам надо. Вот и все, что я еще могу сказать? Что нам наш нет? Он же нас интервью берет, я надеюсь... Так, ага, вот, я вот ни разу этого не видел, так что мне самому интересно будет, что, может быть, что там, ну, я, может быть, что озвучу, может, если получится. Да, ой, блин, слушайте, я что-то не понял, секунду, я не понял, не понял, абсолютно. Это что, все интервью, что ли, было? Ну, что ж у меня так не получается-то все, не понял, а? Блин, провести интервью, да, вот же, ну, неужели, что сорвалось-то, почему? Вот всегда, когда что-то хочу сделать, блин, что-то более-менее нормальное, у меня всегда срывается. Почему же такое невезучий-то? Ё-моё, а? Так, ну и что? И что, он сейчас придет или нет? Я не понял, приходи живо! Урод, ты куда пошел-то? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Я тебя не понимаю, а? Стоять, провести интервью. Так, это кто у нас? Давайте вот... Без разницы, вот у нее возьмем интервью, в принципе, вообще абсолютно. Главное, чтобы у кого-то интервью взяли и все. Что наш Ким творит? Я не понял. А, так, а почему ему нужно посетить мемориальную библиотеку Гарварда? Ему, кстати, когда учиться-то? Посещение на курсе. А, ну ясно, все понятно, хорошо. Ладно, ему там и так весело. Да что ж такое-то, я не понял. Так, а его что, сейчас вырвет, что ли, или чего? Ну, у него какая-то тошнота, ну ты чё? Ты чё, беременный, что ли, временно? О, вот это мне совсем не нравится. Ты чего там? Миллион долларов хочешь получить, что ли? Я не понял, за то, что родил мальчика. Ким Килпатрик просит библиотеку, он не забудет, то я тишина. Так, посетить меня, ладно.
И что ты будешь читать? Ладно, так. Что-нибудь-то почитаешь, да? Ну, ребята, я абсолютно не понимаю, что за хренотень происходит. Я хочу взять интервью. Что ж так это сложно сделать, я не пойму. Провести интервью, ну, хоть у кого-нибудь, пожалуйста. Я уже, блин, запорол сколько уже времени на это. Это абсолютно мне не нравится. Начать бизнес-планирование. Почему бизнес-планирование? Я не понял. Вы что, блин, уроды, без меня все делаете? Я не понимаю. Я вам сказал четко, ясно. Не надо бизнес-планирование. Нужно читать эту книжку. О, я на вас, извините, уже голос весь израсходовал. Ох ты, смотрите, сколько тут всяких новых лиц. А, слушайте, прям, о, я вот вообще здесь абсолютно ничего себе, сколько всяких мужиков да девок красивых. Так, смотрите, что-то рассказывают. О, да тут это не все. Они, кстати, кто у нас? Они ботаны, да, у нас? Нет, кстати, они у нас спортсмены. Хотя у нас тут вот всякие в масти есть. Так, ну что, неужели получилось у нас интервью взять, нет? А, вот же уже. Да, вот, ага, все, ладно. Я не понял, то что такое сейчас было? И что? Я, если честно, опешил. Ты что, мать твою, сделал? Ты вообще что? Ты на кого руку поднял, а? Так, а почему мне не... Так, короче, ты кто у нас вообще сейчас, а? Ага, вот значит ты у нас... Все, тебе конец, я тебя урою сейчас, урод. Ты посмел вот так сделать, да, все, тебе... Я хотел нормально, понимаешь? Приветствовать грубо. Приветствовать друга грубо, все. Тебе конец, ладно, урод, я тебя просто не проучу быстренько, и все, пошел отсюда. Я просто прогоню отсюда, чтобы ты больше здесь не появлялся, понял? Ты, чмошник! Уж простите меня, но этот урод меня вывел. Все, пошел отсюда, друган. Все, иди нахрен, не мешай мне работать, козел. Так, запустить, сообщить о событиях на кампусе. Все, пошел отсюда, чмошник. Я с тобой тут даже и дел никаких не собираюсь иметь. Все. У нас тут люди, как говорится, делами заняты, а они вот... Все, пошел отсюда. Так, у нашего Кима, конечно, все отлично, да. Что же у нашего... О, да, все, отлично. Уже, в принципе, неплохо получается. Да, нормально. Нормально. Ну, Неттон наш, конечно, точнее, Ким, вообще шикарно у него дела идут. То есть он, в принципе, я не знаю, на золотую медаль точно идет. В общем, все круто будет. Так, все, да, закончится с своим бизнес-планированием, я надеюсь, да? Или что, или нет? Блин, ты уже 2 дня, ты уже практически целый... Ты второй раз подряд, ты что, блин? Ну, ладно. Давайте... Что у нас с этим, с Нетом? Постоянно что-то туда-сюда. Ладно, он быстренько проведет. Так, а ты пошел отсюда нафиг, я с тобой тут вообще дел никаких имею. Если ты еще подойдешь, я тебя, знаешь, таких навешу, что там вообще... о, все, закончили, да? Замечательно, что у нас, как у нас вообще все продвигается. Ну, если честно, у нас, конечно, хреново, вот, если по-хорошему, да, так сказать, хреново у нас все продвигается, да. Давайте, я не знаю, поприветствуем дружески вот его, почему бы нет, поприветствуем дружески вот нашу, вот этого какого-то ботаника. В принципе, нам что нужно? Нам писательство нужно, да? Навык писательства и фотографии. Да, фотографии я точно не буду, так что нам нужно, в принципе, писательство сейчас развивать каким-то образом, да? Однозначно. Давайте, что там с Нетом? Нет! Смотрите, вот вокруг него какая-то девчонка все вот стоит и стоит, я не понимаю. Стоит и стоит, уже, я не знаю, час, наверное, не меньше. Ты чё, намёка не понимаешь? Она ж, наверное, типа заинтересовалась, понимаешь? Так что давай, все, закругляйся своим бизнес-планированием. Тебе и так, в принципе, дела идут очень даже неплохо. Кстати, как там? Я не понял. Ответь на звонок. Вечеринка, которую устраивает Эшли, куда пол... О, да. Отлично, все хорошо. Так, во-первых, секундочку. Так, ну, во-первых, ладно, пока посиди тогда, не знаю, сейчас быстренько. Что у нас тут пока? Ну, так, нет, это нам не нужно. Пока посиди. Да блин, включайся уже быстрее, ты что там? Ну, пока что он, пускай Нет наш делает, так сказать, что он нас делает? У нас он шпаргалку сделает. Так, ой, а девчон... Ага, вот, она уже ушла. Нет, она здесь. Так, кстати, она кто у нас? Она у нас спортсмен, да?
О, опять какая-то любовь. Здравствуйте, меня зовут Ким. Как вы поживаете? У вас замечательные очки и хорошая фигура. Вот что, чему меня брат научил. Вот так надо к девушке подкатывать. Да, спасибо, вы очень милый молодой человек. Ой, мне тоже так мама говорит. Так, особые отношения, ботаника. Восторгаться комиксами, давай. Я, если честно, по комиксам не знаю, так что... Ну, давай что-нибудь так смешное. Покажем смешное видео, там, в духе всего это потом. И расскажем забавную историю, потому что все-таки наш уже Ким пообщался с девушками, понабрался опыта. Все-таки, как говорится, не за компом мы только сидеть. Уже, может, что интересно-то и расскажет про жизнь. Ну, давай, что там? Ну, давай-ка. Слушаем тебя все внимательно, всей толпой. Давай, рассказывай, что интересно услышал. Сижу такой, говорит, раз на паре, потом побегать захотел такой. Ну, понимаете, я такой спортсмен, я вот и там участвую, только пока что последние места занимаю. Потом такой думаю, а может быть мне забросить учебу и в армию пойти? Как считаете, я там бицуху накачаю, там вообще буду всех обижать, кто меня раньше обижал. Ой, да ты что, смеешься, что ли? Ты вообще, блин, господи, блин. Дрищ, короче, ты. Ой, какой поцеловать, вы что? Так, что еще? Вызов, нет, пошутите о профессорах. Ну, попробуй, рискни, ты у нас пошел, так сказать, по скользкой тропинке, да? Ну, давай попробуй. А вот профессор такой сидит, да, такой, хоба, и что-то у него там заскрипело под стулом, а это я такой подложу, представляете, и ему там кнопки, ему, ничего себе, ой, ты смешной какой, а, ха-ха-ха, ты забавный малый, да, я вот такой вот, да. Так, дружелюбно, поговорить... Об университете обязательно. Так, секундочку. Еще потом дружелюбно, что еще? Посетовать на видеоигры. Что еще? Дать 5. Дружелюбно. Ну, так, и что еще? Ну, поговорить о компьютерах. Так, подожди, на компьютеры. Да, нормально, в принципе, да. То есть, соблюдаем, как говорится, логику. Так, поступил я в университет, говорит, на бизнес-планирование. А мне тоже папа говорил, поступай в университет, нечего тут на мои деньги жить. Говорит, да, я вот тоже хочу потом в бизнесе продвигаться. Я думаю, у нас все получится, да. Главное действовать сообща и не давать себя в обиду этим спортсменам и бунтарям, а потому что они нас постоянно обижают, да. Мы будем теперь вместе, и мы от них защитимся, да, и никто не будет больше нас шпинять. Так и есть. Так, что у нас тут, я не понял. Вот, слушайте, кстати, наш... Ким очень неплохо, кстати, уже научился знакомиться с девушками, да, может быть, он даже... Нет, ну, конечно, с нашим, с своим братом он не сравнится, но он, черт возьми, у него получается, по-моему, потихоньку, да, даже со спортсменкой неплохо, неплохо уже, что неплохо развили отношения, да, болтать поболтаем еще, не знаю, ну, в общем, очень даже неплохо получается, да, секунду. Да вы шутите, что ли? Вот этот сопляк, и он спортсмен. Да ну вы гоните, что ли? Ну вы что, он, блин, кеды-то с трудом надевает, господи, он даже не знает, что такое кеды, скорее всего. Что? Что? Вы о чем вообще говорите, друзья? Так, короче, давай еще что-нибудь. Что ты еще умеешь? Дружелюбно. Другое, что у нас хвастаться? Учиться вместе, рассказать историю. Нет, да какой крутости, друг, тебе никто не поверит о своей крутости, надо попрощаться. Все, хватит, тебе уже, как говорится, горшок дома зовет, все, спать пора. Все, приятно с вами было поболтать. Зайдите позже, вам проверить, что? Зайдите позже, чтобы проверить ответы на ваши сообщения. А что, мне кто-то прислал, что ли? Так, я не понял, а когда нам на вечеринку идти, я не понял. Блин, я не понимаю, почему... Оповещение на вечеринку раньше приходил, типа, посетить вечеринку, а сейчас где это? Так, быстрее сходи в туалет, потому что что-то он вроде бы недавно ходил, так. Нет, это не то, секунду. Ну, если честно, конечно, никакого сообщения еще о вечеринке не... Ох, вот смотрите, что! Что? Ну, ты, придурок, обделался, да? Я тебе сказал, не связывай ты со мной, просто будет хуже. Я тебя просто, понимаешь, я своей крутостью тебя задавил просто, как я не знаю, как... Как, ладно. Так, что у нас? Что у нас делает наш Ким? Ким, тебе разве домой-то не надо идти? Я не понял.
Читать, а кушать? Я не понял. Иди домой, тебя уже все зовут. Тебе спать пора уже. Кстати, как там у тебя? У него, кстати, немножко, мне кажется, убавилось или нет. Ну, нормально, ладно, 14 часов уже все. Надо бы домой идти. Блин, ну я... ребят, ну как такое возможно? Как этот ботан может, блин, в социальной группе быть ботаник... О, этот... ботаники. Спортсмены. Друзья, я почему-то ничего не понимаю, почему меня никто... Меня пригласили на вечеринку, и я не могу найти, где это, блин. Вот такой я, в общем, ухудшение оценок. Почему? Блин, да что такое-то, ё-моё! Опять все плохо! Да что такое-то, ну... так... Короче, тогда нам что нужно сделать? Нам нужно быстрее развивать навык... Нам навык нужно развивать быстрее писательство, потому что если мы не разовьем его, нам просто точный конец будет полнейший. Так, а как его передать можно, не знаю. Так, давайте перенесемся быстрее. Давай быстрее, господи. О, слушай, что-то у нас как-то погода портится. Совсем плохо уже, если честно. Уже все плохо. О, вот как раз наши братья пришли. Секунду, тогда может быть... Так. Вот так вот положим, а Ким наш подберет. Читать вот так вот и все, отлично, да? А наш нет, что он сделает? Сначала нужно своего братана поприветствовать дружелюбно, льстить, не беспокойся, потом что еще? Смешно. Так, рассказать забавную историю, давай. Давай. Эй, закрываешь мне! Давай, дед, хватит тренироваться, давай, сейчас с тобой будет кореш твой разговаривать. Хей, вазап, нигу! Как ты вообще живешь-то, старый пердун? Да помаленьку, чё там, бабы, тут бабы, чё, всё хорошо, вообще живём, вроде же сдаём даже чё-то. Ещё чё-то помню, говорит. Так, говорит, захожу такой в библиотеку, такой чё-то прохожу там. Там такие, что-то с такие фифы такие стоят, такие, не понял, что вы тут делаете, не понял, вам что тут, место что ли, идите, говорит, в курятник, ха-ха-ха, смешно, блин, вот смешно, вообще ужас, смешно-то как, вот пошутил, я сам даже не понял. Так, потом, что, романтично, не то это все, пошутите, профессор, ну, блин, у них там какие-то не смешные шутки, рассказать анекдот, потом еще особые, дружелюбно, особые отношения, сплетник обаятельный, что у нас там есть еще, рассказать историю, забать. Что говорят обо мне? Да, мы же типа крутой такой чувак теперь. Так. Но профессор так говорит. Да, давай, все, следующее. Что у нас тут? Рассказать анекдот. Вы не получили дополнительный. А, черт, я забыл, надо же было сделать же. А, черт. Чувак, скажи, что обо мне там говорят эти ботаники? Ну-ка. Чего они там мне. Чё они обо мне думают, скажи мне. Да все, братан, нормально, все окей, все у тебя хорошо. Ладно, не будем тогда их прислать больше. Все нормально. Ой, кто-то заметил, что Нет Килпат отличается верностью одного партнера. Это мы знаем, друг. Мы это все в порядке. Давай еще не знаю, там что-нибудь. Попросить экзамен на. Вот, ответы на экзамен, кстати. Друган, слушай, я понимаю, да, ты старый такой пердун, но ты вроде что-то соображаешь, раньше учился там, да, лет 100 назад. Может, что там ответы подкинешь какие? Чувак, не знаю таких, слушай, нет, абсолютно, давай сам. Так, а ты Эшли Карноу? А кто такая Эшли Карноу? А, вот чё, ага. Ну и чего? Отправить любовное письмо. Так, и чё? А чё ты на днюху-то не подал, ой, на вечеринку не подал, не... Так, ага. Ну блин, ничего себе наз... Я не понял, блин, на меня даже не пригласили, говорит, пропустил, ничего себе, капец. Ну чё за, блин, фигня-то такая, ребята, я вообще, блин, я вообще-то хотел. Но только мне никто не сказал, как, чё. Так, собственно, ты что там? Секунду. Ой, ему-то быстрее надо пожрук-пок. Так, вот, вроде ничего, да? Чё там тут у нас? Нормально, быстрее, доедай там остатки, быстренько описывайся, да, где-нибудь тут. Вроде бы еще этот не, более-менее еще работоспособный, да, туалет. И спать ложись, а то уже совсем плохо. У нас, кстати, всегда под вечер совсем хреново что-то состояние вообще. Так, быстренько поешь салат, а чё там у нас? Ладно, на гигиену плевать, потому что нам спать уже пора. Блин, я, естественно, расстроен. Такой чувак, как Нет, он не должен пропускать вечеринки. Это очень хреново, мне кажется, на его имидж сказывается. И, блин,
Нам нужно побольше общаться с бунтарями, потому что, блин, я не хочу быть лохом. Блин, потому что я не хочу каким-нибудь там ботаником статься, абсолютно, это бред полнейший, это вообще не может быть такого вообще в жизни. Ладно, как-то с вечеринкой надо разобраться, я не знаю почему, уже несколько вечеринок так пропустил. Хрен знает почему, собственно говоря, то вот что. Может быть, из-за внимательности, я не знаю, но... в общем, друзья, вот у нас дела хреново, да, конечно же, идут, я... что нам нужно делать? Нет, ты чё сидишь? Вали нахрен уже быстрее, убрать, кто-нибудь уберет за тебя, все, братан там уберет за тебя, все, тебе нужно быстрее спать, ложиться, потому что тебе через 6 часов уже на курс, ну ёшкин кот, чё так быстро-то, я не понимаю, чё так быстро? Дела, надо промотать. Ну вот и опять, как я уже привык говорить, начался новый день, и опять придется идти в вонючую грязную ванну, блин, не выспавшись абсолютно. Ну у нас более-менее, конечно, бодрость есть, но это совсем плохо, конечно, для нас. Так, во-первых, Ким, тебе-то куда так рано, ты спать ложись быстрее, вот, блин, счастливый человек, куда-то уже пошел с просонья, давай вали спать, спортсмен, нашелся. Если ты номинально спортсменом являешься, ты не знаешь, что тебе в 6 часов утра вставать? Ты что, типа за ЗОЖ, что ли? Ой, скоро начнется первый курс дня персонажа Нет Килпатрин. Ой, блин. Я не разбираюсь в этом, друзья, ничего не понимаю. Что за ужасный перевод здесь? Какой первый курс? О, ёшкин кот! Вообще дерьмо, извините меня уж так. Блин, ну это совсем херня получается, да? Через 2 часа, да? Нормально, то есть, блин. О, музыка офигенная, кстати, играет. Так, надо тогда что сразу... Какой план? Быстренько помылся, побрился, это самое сделал, все, да, что нужно. И сразу же, как никаких тёлок, никаких гуляний, в общем, О! Ну ты засранец, дед, вообще! Ты вот чё, обнаглел? Вот ты чё сделал? Вот это что за пирамида египетская, я не понял, а? Студенческая пирамида из грязного белья вонючего. Вот уроды, а. Ужас. Собственно, нам нужно... Я отвлекся. Нам нужно быстрее, короче, так обычно, стараться изо всех сил. Так. Стараться изо всех сил. Да, чувак, ты, конечно, измотаешься по полной, да. Но, блин, чувак, по-другому никак, абсолютно. Я понимаю, да, ты рассеянный, но, блин, придется, извините уж, рвать, как говорится, все промежности, уж простите меня за такое, но тебе абсолютно нужно, хоть как тебе нужно, в общем, остаться в университете, потому что, у тебя сейчас рейтинг совсем дерьмовый, ты просто двоечник, тебе надеяться только на чудо можно, и все, так что, блин, чувак. Ну и, конечно же, можно было пробовать еще списать, но это посмотрим в следующий раз как-нибудь уже, если что. Вот. Ну а у Кима, конечно же, все в плане учебы-то нормально, да, неплохо, но как раз почитает книжку, там все дела, все нормально, в общем-то, будет. Что наш нет, быстрее беги. Все, у него, в принципе, тоже все нормально, да, он там уже... Я надеюсь, все-таки он у нас не дурачок, он все-таки выкарабкается из этой ямы, черт возьми. Все будет у него в порядке, друзья. Собственно, уже, наверное, подходит время, да? Уже, наверное, 30 минут точно отговорил. Уже вам, наверное, черт возьми, надоело, это точно. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, было, правда, интересно. Еще раз спасибо, что у вас уже 1000 с лишним весельчаков. Вот. И, конечно же, как обычно, прошу вас, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки. Чем больше лайков, как говорится, тем больше мотивации. Комментируем обязательно и подписываемся, если кто не подписался. Друзья, всем спасибо, всем пока.